привет! Привет всем! Сегодня наконец-то мы снова будем готовить! Ура! Да, сегодня будем готовить окрошку. Окрошку! Наступила жара, и мы хотим окрошку. А окрошка у нас будет окрошка. Ну, потому что у нас выиграла окрошка. Да, вопрос. В вопросе у нас выиграла окрошка. Готовим окрошку. Кстати, извините, что мы так долго не записывали видео. Mm-hmm. Просто мы не могли придумать, что приготовить. А вы нам не подсказывали. Mm-hmm. И мы думали. Mm-hmm. И, наконец, придумали. Решили опрос мы провести. И мы придумали. Готовим окрошку. Но окрошка у нас будет не простая, а очень вкусная. Да, из кефира. Да, с кефиром будет. Да. Окрошка на кефире или с кефиром, или ну как хотите. Есть окрошка. На квасе, там чего, на майонезе, с майонезом. Ну, в общем, у нас будет картошка с кефиром. Итак, поехали! Ну, Кирюша, поехали, давай. Начинаем. Берем яйцо. Яйцо. Просто мы не привыкли это к штативу. Да, что-то у нас, мы, конечно, приобрели. Тут сегодня мы снимаем со штативом, но у нас пока чего-то идет не так. Ну, ничего. Ну, ничего, мы будем. Пока мы учимся, только мы только. Смотри. Так, зелень. Да, зелень. Зелень. Чего у нас там? Что у нас там? Травы разные. Травы. Одуванчики, да? Не, у нас там лук, укроп и базилик. Ну, если вы не любите базилик, можете не добавлять. Если вы любите зелень, можете добавить еще и кинзу. Добавляем. Так, добавили зелень. Так. Берем колбаску. Колбаску можно брать любую. Да. Можно копченую, полукопченую, можно варенку. Мы взяли колбаску. Полукопченую. Так. Итак. И добавляем. Огурцы, которые нам придают свежесть нашей окрошечки. И окрошечка будет, ну, очень-очень вкусная. Потому что... Давай покажем. Я уже прям хочу эту окрошечку. Вот так у нас окрошечка. А, у нас все вместе мы положили. Так. Ну, можно добавить картошечку, можно не добавлять картошечку. Давай сольки. Ну, сольки обязательно. Вот солька. Солька. Солька у нас, вот солька. Добавляем сольку. Я еще уже добавил. Ну, ладно, еще одну щепоточку. Так, чуть-чуть. Ну, короче, на глазок, на кирюшин глазок мы добавляем. Теперь молочко. Кефир. Ой, кефир. Кефир. Добавляем. Ну, показывай кефир у нас. Вот он, кефир. Теперь добавляем. Так, аккуратно. Ну, так, льем кефир. Ну, да, у нас немножко штатив. Ну, ничего, вы нас видите, ничего страшного. Вот она у нас такая. Давай я покажу. Ну, давай ты показывай. Вот она у нас получается уже окрошечка. И наливаем водички. Минеральную водичку. Ну, можно добавить сметанки, если вы любите. Так. И все перемешиваем. Ну, можете добавить. Что можно добавить? Перец. Перец. Ну, детям, конечно, перец. Ну, хотя, если детки. Ну, деткам, наверное, не надо перец, но это мы готовим для бабушки эту такую вкуснятину. Да, и для зрителей. И для зрителей. Ну, мы вам показываем, как. Ой, вообще. Ой, все, я уже хочу попробовать. Можно попробовать? Дай я понюхаю. Не вонь. Давай попробовать. Нет. Жадина говядина. Дай попробовать. Ну все перемешиваем. О, можно, ну можно поставить в холодильник, чтобы было холодненько. А можно добавить лед. Да. Ну что хотите, хотите в холодильник, ну мы наверное добавим лед. Да, если он есть. Есть в морозилке лед. И мы добавим лед.
И бабушка будет потом пробовать холодную окрошечку. Так что... Ну вот, наши дорогие подписчики, наши дорогие зрители. Ну давай добавим лёд-то. Лёд-то добавим? Прям сразу мы добавим лёд? Да. Ну, давай добавим лёд. Я пока помешаю ещё. Ну, помешай. Чтобы получилось очень-очень вкусно. Оно уже получилось у нас вкусно, а крошка получилась очень вкусная. Ну, конечно. Ну, конечно. Я так думаю. Окрошка будет очень-очень-очень вкусная. Так, ну, наверное, мы добавим лёд. Добавляем лёд. Вот такой красивый. Холодно. О, запахло зимой. Запахло. Ой, зашипело чуть-чуть. Ну. В такую жару нужно кушать... окрошку. Ну, сразу такой собачок этот, холодненького, по-моему. Ну, дай попробовать. Нет. Ну, дай попробую. Нет. Ой. Вот я бы тебе дала попробовать, а вот ты мне не даешь попробовать. Совсем не даешь. Потому что вы увидите, вкусная она или нет, в шортс-видео. Как обычно. Как обычно. Смотрите наши шортс-видео. Спасибо, что были с нами. Да. Жмите на колокольчик, ставьте пальчик вверх. И подписывайтесь на наш канал. И на телеграм-канал. О, и еще и на телеграм-канал. Мы одну прикольную фоточку туда выложили. Ну все. Пока-пока. Спасибо, что были с нами.